5 ноября, день Нестора. Поминают сразу несколько Несторов: Салунского, летописца, Некнижного, Печорского, в дальних пещерах. Нечестивый царь Максимиан, придя в город Салун, стал хвастать своим силачом, который на потеху убивал христиан. Юноша Нестор, крепкий телом, красивый лицом, воспылал ревностью и вознамерился вступить в борьбу с этим силачом. Помолившись, Нестор схватил его как птицу и сбросил великана с высокого помоста на острые копья. Согласно народному календарю, в этот день реки и озера покрываются первым ледяным покровом. Наступают ощутимые морозы. В старину этот день называли обетами. Существовал обычай сегодня давать обещания за руки, которые надо было обязательно выполнить. Обычно такие обещания касались нравственной стороны жизни человека. Не сквернословить, наложить на себя пост, чаще подавать милостыню и так далее. Касались они и бытовой стороны, например, построить дом на следующий год, жениться, сделать какое-либо важное дело и так далее. Женщины сегодня ткали тонкие покрывала, чтобы пожертвовать их церкви на следующий день. Приметы. Если выполнить обещание, данное сегодня, жизненный негатив рассосется. Кстати, особенно серьезные обеты, зароки давались во время сложных событий в жизни. Тяжелой болезни, голода, эпидемии, стихийного бедства и тому подобное. Если сегодня во время представления актер примет в дар живые цветы, он скоро потеряет популярность. И если до Нестора снег лег и держится мороз, то ясная и безоблачная погода – признак скорого и сильного похолодания. Thank you.